Эй, йоу, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка. Я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, все такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и сегодня со мной сам сатана. Это потерянный эпизод Фиксики. На эту серию я наткнулся случайно. И у меня был очень сильный шок. Ведь я поверить не мог, что такая серия существует в реальности. Я был напуган. Но все же я решился ее посмотреть. Серия началась с того, что Дим Димыч гладит собаку. В это время к нему подлетает Фиксики. И спрашивает, что же он делает. А Дим Димыч ответил, что гладит кусачку. Нолик не понимал зачем. Ведь она постоянно хочет съесть их. И в этот момент кусачка снова начала рычать. И Фиксики начали смеяться над бедным Дим Димычем. Он сказал им, что они просто завидуют, ведь у них нету домашних животных. Симка сказала, что у них есть жучка. Нолик полетел, чтобы забрать жучку с вентиляции. Нолик забрал паучка и принес Дим Димычу. После этого начались долгие и жуткие помехи. Я был очень напуган. Нолик начал хвастаться ей и сказал, чтобы жучка дала ему лапу. Жучка слезла и дала. Но Дим Димыча этим не удивить. Кусачка тоже так умеет. Дальше я не смотрел серию. Мне нужно было уйти. Поэтому продолжает сатана. А затем Дим Димыч спросил, и сможет жучка Фиксику выполнить команду лежать. Кусачка это сделала, но жучка не понимала, что от нее хочет Нолик. И Нолик начал на нее очень сильно кричать. Жучка испугалась и убежала. Симка спросила, ли не стыдно Нолику, а Нолик обозвал ее. Симка была в шоке, она заставила пойти извиниться за это. Нолик прилетел к вентиляции, там было темно, и Нолик не видел, куда летел. И он со всей силы влетел в стенку и упал. Нолик еле пришел в сознание. Когда он пытался встать, оказалось, что его нога была сломана. Вдруг Нолик увидел жучку, и он понял, это была ее ловушка. Жучка никому не рассказывала о том, где Нолик, и его так никто и не нашел. Он там заиржавел и сгнил от голода. На этом все. С тобой был Сергионис и этот сатана. Ай, блин, страшно. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. А также подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого бесстрашного подписчика, как ты. И поделись этим видео своими друзьями. Ведь если ты не поделился, то ты очень плохой человек. Да. И помни, это всего лишь мое воображение.